Этим небольшим видео я хочу продемонстрировать, в чем главная фишка карандашей Inktense. Вот у меня такой карандаш, выпускает его компания Derwent. Особенность этих карандашей заключается в том, что они дают очень интенсивный цвет, если их растворить водой. Это дает возможность получить, рисуя карандашом, контрастный рисунок. Вот посмотрите, если карандаш не мочить в воде и не растворять кистью, то он создает эффект, присущий классическим цветным карандашам. Я закрашиваю штанину, мне нужно получить средний серый оттенок. Я получаю такой оттенок, просто закрашивая карандашом участок штанины оператора. Теперь я хочу получить интенсивные черные бутсы. Для этого я макаю карандаш в воду, просто окунаю его в воду, как кисть, и начинаю закрашивать. Вот посмотрите, видите, растворяясь в воде, карандаш дает интенсивный черный цвет, прямо как будто я рисую тушью. Очень удобно, дает возможность нарисовать рисунок такой для сканирования, для полиграфии подходящий и производящий эффектное впечатление. Ну, я дорисую бутсу оператора, и вы понимаете, в чем основная суть этого карандаша. Кстати, карандаш можно растворять и кистью. Если вот у меня водорастворимая кисточка, чуть-чуть, если нажать на корпус, то она, кончик смачивается водой, и когда я растворяю карандаш, тоже цвет карандаша меняется, становится более интенсивный. И, кстати, вот этот карандаш принимает такой вот коричневатый оттенок. Вот таким образом я создаю свои наброски в проекте «Жизнь в карандаше».